что не помню, ты постоянно, это сам, я не попустит или что? Тебе какие-то наши фразы, вопросики напрягают. Ладно, давай пару слов. Как зовут, откуда приехала? Юля, зовут Батайск. Город Батайск, землячка. Я сам из Ростовской области, знаешь? Нет, не знаю. Я из города Каменска-Шахтинского. Ну так, большую часть жизни там в Ростове много прожил. Ну ты сейчас будешь выкладывать? Не, просто пишу. Ну потом, конечно выложу. Ну я вроде бы не хотела. Юль, ты чего приехала к нам вообще, с какой проблемой? Я восстановить духовную связь и уйти от зависимости. А что за зависимость? Сигаретная, алкогольная, наркотические. Знаешь, ты начинаешь с лайта, сигаретные, знаешь, там... Подальше. Когда ты наркотическая есть... Ты понимаешь, ты сейчас это, просто кто-то ж подписан это, я просто это как бы немножко тайна. Да? Я для себя это делаю. А, все, короче, ты не хочешь, чтобы выкладывали, да? Mm-mm. Ты не хочешь, чтобы ты была для кого-то личным примером, чтобы кто-то по твоему свидетельству приехал в реабилитационный центр? Я уже дала номера, сейчас уже обрабатывают ребят. Так может вообще кто-нибудь из Красноярска приедет, посмотрит на тебя, узнает себя в тебе и приедет. Знаешь, да, людей... ну тогда пусть приезжают, конечно. Да? Если они думают, что они сами могут бросить что-либо, это все заблуждение. Ну ты пробовала, пыталась сама бросить? Да, полгода я пыталась сама бросить. Что ты делала для этого? Просто абстрагировалась от всех людей и... Даже номер телефона блокировала, ничего, как только... Ну, блокировала, потом сама разблокировала. Потом разблокировала, сама ну что, подписывала. Ну, почему ты это делала? Дикое желание было употребить? Или... Да, мне вот у меня сны приходили, что мне хочется. Приходы? Приходы, да. Солевые, это, да? Да, и солевые. А как, скажи, ну тебе сколько лет? 35. 35. Ты когда начала употреблять, в каком возрасте? 34. Ну это такой возраст, когда уже люди уже заканчивают употреблять. Как тебе 34 года? Ну я до 34 лет как бы вела нормальный образ жизни, всего добивалась сама. Вот сломалась на каком-то моменте, не хочу говорить на каком, это личного характера, и вот как-то понесло вниз. Ну тебе сказали, давай употребим, давай попробуем, что ты? Нет, мне сказали, ты хочешь попробовать? Я говорю, что это такое? Не страшно было? Нет, мне сказали, что это скорость, это амфетамин. Ну как раз таки нужно похудеть на скоростях. Ну, такие идеи были. И сразу понравилось? Сразу, да, сразу ласточки. Поняла, что это оно, да? Да. Ага. Мне больше ничего не и надо. И ты, короче, год употребляла, да? Да, почти год. Ну, с перерывом пробовала, пыталась, пряталась, дома знали или нет, что употребляешь? Да, я сама подходила, говорила, что употребляла. Ну, ты понимала, что это плохо или, в принципе? Конечно, понимала. А какие-то проблемы начались там, ну, работа, социальные проблемы? Конечно, все началось, да. Я потеряла работу, я потеряла заработанное, что ли, у меня уже было. Я потеряла всех друзей своих. В общем, другая компания появилась. Вообще, компания вообще, я осталась одна с проблемой. Ну, сказала только близким, которые были не заинтересованы в помощи. Ну, просто, ну, они сами себе помочь не могут. Угу. Там мои родственники. Поэтому... Ну, а знаешь что, скажи, ну, компания поменялась. На худшую. Ну, я понял, что на худшую. Ну, ты где их нашла, эту худшую компанию? Ну, в тот момент, из-за чего я упала, из-за человека, ну, как мне казалось, что из-за человека упала. Это же я потом, после знакомства с церковью, поняла, что это были обиды во мне. А я все эти обиды ссылала на человека, что он во всем виноват. И вот я в этой компании познакомилась со всеми. Знаешь, меня такой образ интересует, знаешь, ну, солевая движуха, там разные, короче, ну, личности встречаются в этой движухе. Скажи, самый молодой и самый взрослый человек, который встречался в тебе в этой теме? 60. А самый молодой? Я даже не знаю, по-моему, до 30. А, ну, короче, такой возраст, не молодой, просто есть там и 12, нет, 13. Нет, у меня и не было такой компании, у меня было там 3 человека. Не, ну, я понял, ты годик только, ты только свеженькая еще. И я в основном сама, мне особо не интересен был никто, потому что мне, во-первых, стыдно это было делать, но признаться самой себе на глазах у всех это тяжело, когда ты сам носишь с собой. Знаешь, ну, расскажи, знаешь, Юль, что происходит с тобой как с личностью? Ну, вот деградация, конечно. Ну, это в чем это заключается? Это деградация, это смена внешнего вида, это вещи, которые ты когда-то схватывал на лету, ты вообще их не понимаешь. Такое ощущение, что мозги растворились вместе с этой колбой. Ты курила, да? Я курила. Колба у тебя всегда была с собой, да? Ну, почти с собой, я с ней даже спала. Она просыпалась, она выпала. Я надеюсь, ты это не выставишь. Да, что, ну было, ты приехала уже, ты же приехала от этого избавляться, знаешь, ты же не приехала сюда употреблять, и мы с тобой решили употреблять. Мне просто оказалось, что кто-то за мной следит, что это все подстава, что меня хотят уничтожить, что кому-то я перешла дорогу.
Я эти все соцсети начала смотреть. Мне казалось, что это, ну, вот, очень все связано вокруг меня. Вот. Mm-hmm. Мне вот так казалось, потом думала, да кому ты нужна, да, когда приходишь в себя. Ну вот, потом посмотрела все-таки назад, что ребенок отдельно, я отдельно, муж там вообще уже женился. Ну, никому ничего не доказала, только сама в себя ушла и себя наказала, получается. Ну, если бы не это, я бы не встретила, наверное, все-таки Бога. Вот я могу только сказать. Я еще не до конца встретила, но я уже понимаю, что это такое. Знаешь, мы, если честно, все к Богу пришли через какие-то трудности. Знаешь, я еще мало очень людей видел, или даже, наверное, вообще не видел, у кого все было хорошо и пришел к Богу. Знаешь, в основном мы приходим через проблемы, через сложности, через трудности. И у каждого такой сложный путь. Но опять же, я вчера слышал такую фразу интересную, знаешь, чем труднее твой был путь, тем больше опыта у тебя будет в конце, когда ты его пройдешь. Поэтому это ничего, что было сложно, знаешь, там в конце это все пригодится. А что пока, подожди. Ну, ты приехала к нам в реабилитационный центр, что хочешь получить вообще, что я ты ожидаешь? Я полностью, у меня вот полгода, получается, сбросают, перерыв, у меня устраиваюсь на работу, работаю. Но я понимаю, что все равно я не получаю от жизни, у меня все равно внутри пустота. И периодически возвращаюсь опять в потребление. Как часто? Каждые 3 недели точно возвращаюсь. Поупотребляла денечек, потом опять. Потом поупотребляла, потом опять. Я поняла, что это долго не может продолжаться. Что я торможу, я стою на одном, ну, ни туда, ни сюда. И получается, ни в духовное не ухожу. И назад уже дороги нет. И вот получается, топчусь. А время идет, и вот я решила приехать, избавиться полностью от всей этой зависимости и пойти уже в ногу туда, куда я чувствую, куда мне надо идти. Юля, ну ты приехала туда, где люди от зависимости избавляются. Поэтому... И я избавляюсь. Да, и поэтому, вот, слушай, что тебе будут говорить, делай, знаешь, участвуй, знаешь, вот, принимай все, что здесь будет даваться, знаешь, ну и жизнь поменяется 100%. Поэтому, что я могу сказать, welcome, добро пожаловать. Очень рады, что приезжают люди из Ростовской области, оттуда, где я когда-то был сам родом. Поэтому все, можешь Батайску привет передай. Привет. Все, ребят, встречаем, едем дальше. Люди приезжают. Всем пока.